Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Без бар'ераў. На парадку дня пасяджэння абласной выбарчай камісіі забеспячэнне рэалізацыі выбарчых правоў людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Сезон восеньскіх кірмашоў. Пастаянна дзеючыя пляцоўкі прапануюць весь асартымент сельскагаспадарчай прадукцыі. Варушыся з палітэхам. Масавая спартыўна-танцавальная зарадка праходзіць на пляцоўцы ГДТУ. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Сёння ў Гомелі адбылося чарговае пасяджэнне абласной камісіі па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 7-га склікання. Сярод разгледжаных пытанняў – стварэнне безбар'ернага асяроддзя для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. З агучанымі прапановамі азнаёміліся нашы карэспандэнты. Зараз у Гомельской области працуют 54 инициативные группы. Колькость пикетов, которые может выставить претендент на депутатский мандат, не обмежованная. Самые минимальные обмежования існуюць и на место знаходжання пикетов. Хоть инициативные группы, звичайно, отдают перевагу наибольш шматлюдным пляцовкам. Одна из них – каля центрального гомельского универмага. Каб трапить до пикетов, необходимо подняться на некалькі приступок. У принципе, тут есть пандус для инвалидов-колясочников, але размещенный он не вельми зручно. Правда, сами члены инициативы группы неких проблем с доступностью в даденном выпадку не бачать. Пока получалось так, что к нам не обращались инвалиды-колясочники, но мы вполне могли бы спуститься, либо поднять, помочь по пандусу. Это не составило бы никаких проблем. Больш складаная ситуация со створением безбарьерного осяроддзя на выборчих участках. На Гомельщине их крыху больше як 1000, непосредственно в областном центре – 208. Подчас посяджения областной выборчей комиссии огучивается личба. Потребованием безбарьерного осяроддзя отповедают 67% из них. Правда, это не значит, что тут выконываются усе потребования. Наибольш сприяльные умовы для людей с обмежаванными махчимостями створены у 72-й средней школе, где навучаются дети-спинальники. Пандусы на увоходе и внутри установы просторные помешкания, где будут находиться выборчие участки. Для зручности выборщиков усе яны будут размещаться только на первом поверсе. На жаль, зрабіць гэта на всех выборчих участках пакуль не атрымліваецца. Есть специальные потребования до месцаў, где одночасово находится шмат людей. У якости додатковых мер по створению безбарьерного осяроддзя пропонуется устанавливать часовые драўляные пандусы и организовывать дежурство молодежных волонтерских отрядов, которые будут оказывать людям с обмежаванными магчымасцямі необходимую допомогу. И такий факт. После створения участковых комиссий их члены обовязково потелефонуют усім инвалидам-колясочникам. Их на Гомельщине больше як 1200 человек. И потекается, яким чином яны мают намер голосовать. Приехать на участок, ці принять удел у выборах по месце жыхарства. Я думаю, что самое оптимальное, это, наверное, приехать к человеку, который не может прийти на избирательный участок, и посетить его на дому. И ему в этом будет удобно. И будет меньше вопросов у других, почему мы перенесли место для голосования, предположим, другое место. Олег Сенцюров, Максим Савин, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». Завтра старшыня Гомельского областного выканаўчага комитета Геннадий Соловей проведе прямую телефонную линию и особистый прием громадян у Ельским райвыканкаме. Час работы прямой линии с 10 до 11 годин. Номер телефона у Ельску 229-35. После отбудется особистый прием, необходимый попередний запись. На гэтым тыдні у Гомельской области открываются постоянно дзеючыя кірмашы по реализации сельскогаспадарчай продукции. Як чакаецца, яны будуць працаваць як минимум до конца кастрычніка. У Гомелі для восеньскага гандлю прадугледжаны 11 пляцовак. Для зручности насельніцтва звычайно яны размещены каля гандлёвых кропак у спальных микрорайонах. Продукция пропануется у широким ассортименте, каб адным месцы набыць усё необходимое. Что тычыцца цен, то яны ніжэйшыя, чым на рынках. У приватности килограмм бульбы и капусты зараз реализуется за 50 копеек. Цибули и морквы – до 80. А проча того, с 21 вересня стартуют кермаши выходного дня. У Гомелі основный будет находиться на площади Паўстання. В целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукции продовольственными и непродовольственными товарами в Гомельской области главным управлением торговли и услуг совместно с Гомельским горосполкомом и районными исполнительными комитетами организованы
работы сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, которые начали свою работу 16 сентября. Традиционно у нас в ярмарочных мероприятиях принимают участие предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, организации торговли, общественного питания, физические лица и фермерские хозяйства. На сейчас у нас определены сроки, это сентябрь-октябрь. При наличии благоприятных погодных условий сельскохозяйственные ярмарки будут продлены и в ноябре месяце. Свежие модные тенденции, рецепты сезонных корисных страв, незвычайные идеи оформления стола и упрыгоживания дома. У Гомеля сегодня прошел 17-й областный экологичный конкурс «Зеленый витамин». Удельники в черговый раз удивили журы безмежностью своей фантазии. Им удалось створить оправданные шедевры со звычайных даров природы. Наш корреспондент Евгения Кухаронок взяла некоторые идеи на заметку. Конкурс «Зеленый витамин» для его удельников – шаканая подея. Миновито гэтая пляцовка дозволяет детям с особливостями развития и выхованцам приемных семьев увасобить свои фантазии и идеи в житё, а так само показать их глядачам. Нездарма конкурс реализуется в рамках доброчинной программы «Юное дарование экология 21-го стагодия». Сёлета удел у им приняли представники 22 установ региона. Яны з'ехались у областный центр не за перамогой, а каб продемонстрировать, на что здольные. Я поговорила в самом начале с мамой и говорю, возможно, вам это трудно приезжать нам, но что вы? Вы знаете, мы же столько набираемся опыта, мы же видим, как это делают другие, и мы учимся, и мы свой опыт тоже имеем возможность передать. Головная умова конкурсу – представить эстетичную стилизованную выставу у одином сюжете. У ее могут выходить композиции с городнины, садовины, кветок и инших природных материалов. Многие зробили свои экспозиции с того, что сами вырастили на пришкольных и приватных участках. Так у Ельска допоможной школы-интерната с сорга отрымался бусел, с гарбузов сова, а с капусты заяц. Композицию назвали «Осеньские посиделки на лесной поляне». Мы исходим из того, что вырастили на своем огороде. А вот когда убираем, какие-то овощи напоминают нам зверюшек. То есть дети находят, и отсюда начинается фантазия. В нашей школе есть огород, есть теплица. Очень много клумб, есть сад. А у Рогачовском центре коррекционно-развивающего навучания и реабилитации, как оказалось, выховываются правдных модниц. Установа представила коллекцию эскизов самых сучасных убранья в осени под назвой «Мода загорода». Стильно, оригинально и с перчинкой. Зрозумело, ведают у центра и сокрытой прыгажости. Будем кушать морковку хрен, будем как Софи Лорен. Мы придерживаемся здорового питания, здорового образа жизни и в целом за здоровье. Стравы и леки, картины и папье-маше, идеи карвингу и вырабу из осеньских даров. Взяли на заметку их худшей увособлять. Такая пригожость уздыми настрой и отгонить осеньскую хандру. Евгения Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Новый навучальный год Гомель сустрел с пополнением. У городе над Сожем з'явился незвычайный адукационный центр. У лику наставников – волонтеры Червоного Крыжа. Яны вучать детей усяму, что может спотребиться в житті. От правил этикету до навыков пожарной безпеки. На одним из уроков побывали наши корреспонденты. Один подворачивай к серединке и второй. Уроки этикету, безпеки, волонтерства або здоровья. Гэты центр гамельшане назвали «школой життя». Бо у программе занятка у тое, что будет корыстным у побыте, да поможе вызначиться с будущей профессией або послужить мотивацией выправить дрэнные поводины. Это своего рода дом, куда они могут прийти, и те менторы, которые будут с ними заниматься, смогут вообще рассказать про жизненную какую-то ситуацию, поделиться, такие оказать какие-то психологические услуги и сказать, может быть, что и у меня такое в детстве было. Я тоже вот не ходил на этот кружок, не занимался этим видом спорта, потом пошел и достиг каких-то высоких результатов. Особливая увага складаным подлеткам и тем, кто опынулся в социально небеспечном становище. У працы с такими детьми комплексный подход. Гэтую социальную миссию узяли на себе активисты Червоного Крыжа, а в опыт запозычили у коллег с Дании. Обовязковая умова – невеликая колькость детей у кожного группе. У лику выкладчиков, волонтеры Червоного Крыжа, студенты университетов и колледжев, выратовальники и медики. У их педагогичном арсенале тематичные пазлы, уроки малявания, мини-флешмобы и кинопоказы. А на память – корыстные подарунки. Я первый раз здесь была, и это так интересно. Даже раскраски получили. Так хорошо было слушать это, я не знаю, у меня эмоции зашкаливают. Здесь очень интересно было, и рассказали тоже. Я теперь много чего узнал. По
это очень классно, мне тут все понравилось, это так отлично. С кожным занятком колькость наведывальников расте, тому уже зараз организаторы задумываются об расширении проекта и повеличении колькости в учебных групп. Должны нам купить ростовые куклы, и мы хотим с волонтерами постоянные праздники какие-то для детей, даже если и не здесь, чтобы выездные они были в какие-то дома-интернаты, чтобы это было как-то интересно не только для детей, которые к нам приходят, но и чтобы мы могли с волонтерами куда-то выезжать и делать какие-то праздники. Дарэчы, волонтеров, которые ожидают примеры с ролью наставников, уже каля 200 человек. У навучальном раскладе дни добра, здоровья, а так само день науки и день юного пешехода. Сегодня было класс! Ганна Ковалева, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при подтримці агентства «Телен». Масовая спортивно-танцевальная зарадка «Варушынак» проходит на пляцоўцы каля Гомельского державного технического университета. Акция накеравана на популяризацию здорового и активного ладу життя молоді. Под лозунгом «Варушися» с политехом студенты и супрацовники ВНУ запрашают на зарадку на великим перапынку. У роли инструкторов представники керавництва университета, пераможцы конкурсов «Мистер ГДТУ» и «Принцесса ГДТУ». У программе «Фаер-шоу» и выступление театральных и танцевальных студий. Мероприемство «Шостий год запар» притягивает широкую увагу жихаров города. Долучиться до проекта можно завтра. Заходное становище пропонуют занять у 13.10. Комплекс запальных практикований различены до 13.40. Место проведения – пляцовка ля головного корпуса ГДТУ имя Сухого на проспекте Кастрычника, 48. Интересен он студент? Ну, конечно, интересен. Конечно, интересен. У них много сил, много энергии. Ну, а нам, руководству университета, это интересно тем более, потому что учиться в техническом университете сложно, трудно, перегрузки большие. Надо уметь разрядиться. И поэтому я, например, на эти праздники хожу не только потому, что я отвечаю за культуру, за спорт, за студенчество. Но мне самому действительно интересно вот ворушиться вместе со студентами. Лепшага гадаванца выберуць у Гомелі на выставе «Золотая кошка 2019». Яна пройдзе ў бліжэйшыя выхадныя ў ДК чыгуначнікаў. У ёй прымуць удзел десяткі кашэчых з Беларусі, краіны СНД і Еўропы. Гамельчане змогуць убачыць рэдкія экзатычныя пароды, прадстаўнікі якіх прымуць удзел у конкурсе прыгажосці. Скоціш фолды, рэксы, мейн-куны, бабтэйлы, танкіезы і нарвежскія лясныя кошки будуть змагаться за титул «Містер Кот» і «Місіс Котка». Гостей мероприємства так само чекає забавляльна програма. Гэты, а так само іншыя новини вы можете знайти на нашем сайте у інтернеті по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершены. Дякую за увагу. До новых встреч у эфіры. «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Так потерялись, что без малого неделю находились в розыске. Оперативники установили местонахождение 5-летней девочки и ее мамы, которые с 11 сентября считались без вести пропавшими. 33-летняя Екатерина Плеханова и ее дочь были найдены в Гомеле на квартире у знакомых. Гомельчанки живы и здоровы. 5 дней оперативники железнодорожного районного отдела внутренних дел вели их поиски. Заявлением о пропаже матери и дочки обратились родственники. Вор должен сидеть в тюрьме. Калинковичские оперативники разыскали преступника, который похитил из частного дома более 21 тысячи долларов. Как это часто бывает, злоумышленник воспользовался незапертой входной дверью и вынес из укромного местечка рюкзак с деньгами. В сумке находилось 5 тысяч долларов США, 25 тысяч белорусских и 300 тысяч российских рублей. Ночью хозяева поняли, что их посещал незваный гость, и обратились в милицию. Подозрение пало на местного ранее судимого жителя. На месяц он затаился, однако спустя время пошел в банк, чтобы обменять наличность. Там-то его и задержали оперативники. Часть суммы подозреваемый потратил на продукты и элитное спиртное. Делал дорогие подарки женщинам, успел даже одолжить немного знакомому. В общем, пожил на широкую ногу, пусть и недолго. В Гомеле на улице Зайцева под автомобилем оказался зажат мужчина. Водитель сдавал задним ходом и совершил наезд на человека. Скорая помощь, прибывшая на место ЧП, не смогла госпитализировать пациента, так как медикам не удалось вытащить пешехода из-под авто. Понадобилась помощь спасателей. При помощи гидравлического инструмента мужчина был деблокирован. 26-летнего гомельчанина отвезли в больницу. Ведется разбирательство.
не уступил дорогу и отправил байкера на больничную койку. В Гомеле 20-летний автомобилист стал виновником ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на пересечении с круговым движением улиц Кирова и Комсомольской. Водитель автомобиля «Рено» не убедился в безопасности маневра и выехал на главную дорогу, по которой как раз следовал мотоциклист. Байкер госпитализирован. Владелец «Рено» сообщил, что не заметил мотоцикл. В инциденте разбирается ГАИ. Водителям всех транспортных средств нужно быть предельно внимательны при проезде перекрестков, а также круговых пересечений, уступать дорогу транспортным средствам, которые имеют преимущество на данном перекрестке либо круговом пересечении. 4 пожара произошли за минувшие сутки. Огнем повреждено 5 строений, сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль. Возгорание произошло в Житковичах. Пламя разрушило кровлю кирпичного гаража и превратило в бесполезную вещь автомобиль Volkswagen Golf 1994 года выпуска. Кроме того, частично пострадал соседний гараж. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил проведения огневых работ. Ни капли дождя и ветреная погода. В Гомельской области объявлен 5-й класс пожарной опасности. Накануне были зарегистрированы 2 лесных и 4 торфяных пожара. Очаги возгорания фиксировались в Житковичском, Реческом, Лоевском, Будокошелевском и Добрушском районах. На площади в 2 гектара горели торфяники. Во власти огня оказался почти гектар лесной территории. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с «Де-факто». И оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В заключительном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель в гостях был сильнее Витебска. На 14-й минуте зелено-белый счет открыли. Голевой удар на счету Акубардия. Еще до перерыва хозяева отыгрались. Цифры на табло сравнял Прудников. Победу подопечные Александра Кульча вырвали в концовке поединка. Сработали замены. Только вышедший на замену Жесткин принес викторию гостям. Ассистировал ему Шрамченко, который появился на поле минутой ранее. Отмечу, что Гомель впервые за 13 лет обыграл Витебск на его поле. В турнирной таблице зелено-белое на 13-м месте. Мозырская «Славия» в 21-м туре сыграла дома в ничью со столичным «Энергетиком» БГУ. Студенты вышли вперед уже на 5-й минуте. Шкурин открыл счет в поединке. Спустя полчаса Чухлей точно пробил с 11-метровой отметки и восстановил паритет. А вскоре Нарх ударом головой вывел хозяев вперед. Удержать победные цифры на табло полишуки не смогли. Садовский на 63-й минуте сделал счет 2-2. После 21-го тура мозырская команда на 9-м месте в турнирной таблице. В первой лиге футбольного чемпионата позади 20-й тур. В областном дерби речицкий «Спутник» с минимальным счетом обыграл светлогорский «Химик» 1-0. Гомельский «Локомотив» добавил свой актив 3 очка. На выезде железнодорожники были сильнее «Орши» 2-0. В турнирной таблице гомельчане на 3-й строке, «Спутник» на 4-й. «Химик» занимает 10-е место. Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали 2 золота на международных соревнованиях Ready Steady Tokyo. Первой медальную копилку белорусской сборной пополнила Литвинчук. На дистанции 200 метров она обошла представительницы Швеции и Испании и заняла 1-е место. Затем дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко пришел первым на дистанции 500 метров. Этот турнир стал тестовым перед Олимпиадой. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на играх в Токио в 2020 году пройдут с 4 по 8 августа. В Гомеле завершилось первенство Беларуси среди детско-юношеских спортивных школ по настольному теннису. Возраст участников 12 лет и моложе. В командном зачете на пьедестал поднимались только воспитанники из Дюшоргомсельмаш. Они выиграли соревнования среди юношей. В личном зачете добыто 5 наград. Никон Шутов стал победителем соревнований в одиночном и парном разрядах, а также в миксте. София Берестовая выиграла парный турнир среди девушек. Арсений Рященко стал вторым, также в паре. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».